Музыкальный поединок. Два творческих коллектива из Грузии и Чувашии встретились на просторах интернета. И каждый со своей песней. Причем пели музыканты на чужих языках. Грузины на чувашском, чуваши на грузинском. Песня Андрияны Николаева «Лети, лети, кукушка» в новом звучании. Грузинская группа «Бравы Метехи» записала кавер на одну из самых известных чувашских песен. Видео уже набрало в интернете тысячи просмотров. Реакция была неожиданная, такая шикарная, скажем так, потому что Грузия заметила нашу скромную маленькую Чувашию и отреагировала такой песней. Да, они пели с таким ощущением, как будто они прям в материале, они знают язык, и то есть у них это очень по-настоящему получилось. Ответ не заставил себя долго ждать. Один из солистов вокального коллектива «Артикль» Александр Антошин предложил записать на видео уже грузинскую песню. Эту знаменитую грузинскую композицию знает, наверное, весь мир. «Чита Гврито» в переводе «Птичка-невеличка» — одна из любимых песен и вокального коллектива «Артикль». Она уже давно в их репертуаре. Но звучание ансамбля отличается от привычного благодаря современной аранжировке. У нас, во-первых, присутствовал битбокс. Во-вторых, у нас инструментально-хоровая обработка. То есть мы поем как инструменты в оркестре играют. Ну, как-то так. То есть мы заменили звучание инструментальное нашими голосами. Коллективу «Артикль» 4 года. Каждый из участников ансамбля – вокалист классического жанра. Коллектив постоянно расширяет репертуар, добавляет в него романсы, народные эстрадно-джазовые композиции. Местных музыкантов даже окрестили чебоксарским хором турецкого. Сейчас они готовят новую программу. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you know where fashion sits? Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика.